Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции провели занятия в детском саду. Юным участникам дорожного движения напомнили о правилах поведения на проезжей части, рассказали о том, как правильно переходить улицу, а также о том, зачем использовать световозвращающие элементы в темное время суток. Повторили сигналы светофора, дорожные знаки, жесты регулировщика. В завершении дети закрепили полученные знания на практике под руководством дорожных полицейских.